По меткой молния сообщила ТАСС, что МВД Россия объявила в розыск прокурора МУС Международного уголовного суда, выдавшего ордер на Путина арест. Представляю силу испытанного этим прокурором шока. Безопасных для него нет больше в мире мест. Впрочем, не способен не только этот прокурор. И пословицы, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Извлечь урока. Веселый сегодня день. Только что в предыдущем клипе посмеялся над Гиркиным Стрелковым. И теперь уже появился еще один повод посмеяться до слез. Кстати, еще смешно. Патрушев предупредил об надвигающемся с Украины и Европу радиоактивном облаке. Ну и хрен с ней, с Европой. За что боролся, на то и напоролся.